В Институте международных отношений прошла лекция, посвященная дипломатическим отношениям между Россией и Турцией. Подробнее об этой теме узнаете в следующем сюжете. 18 октября в здании Института международных отношений прошла лекция российского тюрколога, политолога, специалиста по международным и межнациональным отношениям, доктора политических наук Владимира Аваткова. Тема была посвящена внешнеполитическому курсу Турции и интересам России. Начать нужно с того, что Турецкая республика сегодня совершенно иная, нежели чем она была 10, 20, 30, тем более 50 лет назад. И дело не только во временном контексте. Лекция началась с небольшого экскурса тюркской истории. Присутствующим студентам были доходчиво освещены все тонкости и противоречивости внешней политики Турции. На лекции также было затронуто множество тем, в том числе и на какой стадии сейчас находятся российско-турецкие экономические и дипломатические отношения. Российско-турецкие дипломатические отношения находятся на очень высокой стадии. Мы создаем большое количество совместных проектов. Это атомная станция Акую, это турецкий поток, это масса других проектов. При этом это совершенно не означает, что мы лишены проблем, а проблемы в отношениях между всеми государствами бывают, это абсолютно нормально. У нас существуют спорные вопросы по целому ряду проблем в системе международных отношений, но, как неоднократно подчеркивало наше высшее руководство, Турция прекрасна тем, что мы можем находить общий язык, даже если это очень сложно. Напомним, что данная лекция состоялась в рамках международного форума «Ислам в мультикультурном мире», организатором которого очередной раз является Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.